Как вы помните, перед Новым годом мы Мише на его желтый Эвик заказали индивидуальный подарок на сайте carsback.ru. Это были саквояж и сумка. Сейчас дошло время до прадика. В общем, заказал он уже самостоятельно на сайте carsback.ru себе саквояж и сумку. У ребят можно заказать любой цвет кожи, канта, рисунок и цвет прострочки. На любую продукцию компании Carsback можно заказать металлический шильд с маркой авто, либо индивидуальную вышивку, как в нашем случае. Саквояжи бывают 5 разных размеров, от 40 до 80 сантиметров. Можно подобрать идеальный вариант для любого багажника. Carsback дает гарантию возврата средств по любой причине в течение 30 дней на всю свою продукцию. Быстрая доставка по России, никаких предоплат. Плати деньги при получении товара в руки. Также у Carsback есть удобные спортивные сумки. Я в этом уже сам убедился, когда мы ездили снимать вам самарский видос. У меня есть с индивидуальной вышивкой менеджер Антон, она нереально крутая. Также можно сделать металлический шильд, можно выбрать цвет кожи, ручек и нитей. Идеальный подарок для любого вашего друга, знакомого или родственника. Поэтому переходите по ссылкам в описании, заказывайте продукцию Carsback как для себя, так и на подарок. Это оффроуд. Всем привет, дорогие друзья. У нас тесты вот этого Жигуля белого закончились, а теперь боевые выезды пошли. Легендарное место, 12 вольт, арка, подъем, который не всем дается. И сегодня Жига будет практически против всех. Всякие Нивы, иномарки, УАЗики и прочая живность. Даже Пашка приехал на своем Митсубиши маленьком. Паджеро Мини, если я не ошибаюсь. Все, полетели пробовать. Диагоналей тут много. Диагоналок, да, много. Нормально будет, интересно. Не все заедут, мне кажется. Ой, Паша, все уже. Первое препятствие — прилив. Потерял свой скилл. Семерки даже не чувствую вообще, что пролетает, а пахнет что-то на месте. Давай, толкай! Толкай! Давай! Раз! Оп! 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 Сила богатырская! Вообще он все равно. Ты меня в лес хочешь забрать? Пошел, пошел. Все из-за резины, да? Конечно. Все, что там теха. Да. Вон и Леха там сидит, да? Леха травится. А ты травился сегодня же? Да, сапоги подспустил. Было многообещающе. Иди толкай, Жень. Вот
Что, ты раздал ценные указания, Жень? Да, в ответ получил от колеса снег. Глянь, он на дыбы встает аж. Ой-ой-ой. Не, ну хоть назад, а тут. Ну видишь, ну блокировок не хватает. А он поддона, видишь? Он... Да не, надо спускаться чуть ниже и уже по левой стороне ехать. Все, теперь газ. Ой-ой-ой. Свалился. Да не, тут надо вниз ехать. Все равно старатер. Вот да. Она, пришла помощь. Недаром в соревнованиях штурман есть. Надо, нужны глаза снаружи. И все, сразу поехала машина. Ой, товарищ, как медленно едет. Едет на имитациях, прям четко видно, как работают имитации. Вывешивается колесо, а все равно машина едет. Да, не, надо было не бросать. Красота. Надо задирать ее максимально, у него ходов не хватит в оффроуде. А что у него так? А что она, причем, смотри, ну легкая же все это было. Знакомое лицо какое-то, а теперь номера увидел и вспомнил, кто это. О, Нива полетела. Чуть не хватило буквально. Капелюх совсем. Так, немножко бампер, нормально. Оп, встал на место. Мне кажется, у них бампер силиконовый. Мужики, красавцы, они прям, они жарят. Машина не, они так... заедут по-любому. Это вопрос времени. Да. О, фига. Это ралли уже. Мужики вообще они бешеные.
SX. Едет. Эвик хэтчбэк? Вот это я не знаю, что за машина. Это китайский туарег, по-моему. Это Форд. Да. Ты что, да? А это вообще что за чудо техники? Это Форд. Ты каждый раз говоришь, что нет, так не заедет, они заезжают. Да заезжают. Ну а посмотри, на... какая местность. Женек, вообще не проходил. Смотри, они потому что раскопали, здесь уже не лед, а этот уже земля. И уже сцепы колесо. Понятно. Залетают. Читеры. Да, это мы вообще по первоходцы да. Зашли по сделам. А ну давай, Женек, слышишь, сейчас набросай. Ой-ой-ой, как он мимо поехал. Вот тут вообще не валит. Да. Слева. Да не, без подбега он не заедет. О-о-о, ралли пошло. Паш, чё, как думаешь, сложный будет маршрут? В лесу, я думаю, сложно будет. Надо как-то машины выставить, чтобы одна другую тянуть могла. В форме какой-нибудь буквы, может, да. Выставить? Свиньей пойдем. Ну да, или клином. Клинч, да, было модно. Не верю в жигу на целине. Она полная народу. Ее преимущество — это маленький вес. Ее нагрузили наоборот. Как ты себя чувствуешь? Да я пробиваю нормально. Просто камера не передает. Здесь реально снега выше колена. Вентиляторы. А? Закипело, вентиляторы. А мы бампером как ковшом нагребли перед собой такую кучу и ехали все равно. Ля-ля, он от страха убежал. Ого! Ого! Фига вообще мощь. Вообще монстр делает. Сейчас тут Пашка поедет. Чисто ДДМ-ская тема, знаешь? Хотя. Че тут проскочите? Ну, с инерцией, да, с разгона по любому. На торек тут. В легкую должен, наверное. Опа.
Долби на все бабки. Вот так вот. Еще разочек пойдешь. Опа, бампер вошел в контакт. Ну а не сильно, ничего, ну просто начал уже цепляться. Вот и все. Ну тут такая яма, ни хера себе. Водитель должен быть. Так ты еще сам себе не препятствие сделал туда-сюда, начал. Ничего, все. Ну он вообще, он наш их сделал. Не в колею, а между колеей. Это прям по ровно просто проехал. Вот тут и все. Мишаня хитренький. Отходим сейчас. Им задачу с это облегчили, ты посмотри. Да нет, задачу облегчили. У тебя одно колесо вон то не крутится вообще, переднее. Алло? Что там? Ну бей уже, мне красить надо как раз. Коль, починишь? Все, Коля починит, есть. Ну, везет тебе на правый борт. Может, тебе надо было леворукую брать? Да какая разница? Ну, ты все время правый бок страдает. Ну, вот какой-то он заколдованный, да. О! Все! Ох, какой миллиметраж! Я видел, я все снял, пацаны. Коля выдохнул, да, не надо красить. Пока. Пока. Коля спас ситуацию опять. Да. Без покраски. Че, ты с разгона пойдешь? Да нет, цепляй давай и поехали сразу. Да я хочу проехать. Ты сам хочешь? Да, ты меня чуть-чуть вытяни, я в разрез поеду. Ну, давай. Веревку можно не убирать. Она уже сама. Да рули давай! Малой, подержи, чтобы он не запутался в колеса. Натягивай. Да уже не получится. Просто! Наденемся! Давай! Братьев хватом! Ну еще за налетели. Раз! Оп! Уходим. Натягивайте, чтобы не запуталось. Скулёж уже надоел, не едет, привяжи. Все нормально едет само. Прикинь, что сейчас будет с Nissan, с Mitsubishi, со всеми вот этими, короче, машинками. Да ладно! Я весь в грязи! Это оффроуд. Давай назад, Макс! Слышь, а он едет. Давай! Тут вообще каша. Ваши ставки. Проехали. Да ладно! Прыгает. Ты меня чуть не задавил. Кузнечик прям. Давай. Огонь, молодцом! Паша бешеный какой-то.
А говорили, он никуда не поедет, нафиг вы его купили, во! Кого, Пашку? Миник! Вот Пашка. Огонь вообще. Не, ну молодец, что ходом, здесь только так, только ходом. А прикольно залетел, да? Так вообще неинтересно, да? Угу. Тут уже все пробили, жиги пробить, любые стоковые. Мишань, долби просто на все бабки. Это на все бабки, конечно. Ну ё-моё. Скотища. Это скучно. Да не бойся ты, ну что ты? Что, не издевайся, да? Полетишь тут? Конечно, но неужели я поеду в обед? Вот это я понимаю, вот это правильно. Газ в пол, Ром! Так, кто там в Орде? А, Форд не захотел. Форд Эскейп. Ну, это скучно. Там же X-Trail еще был. Объехавшись? Да, третий по счету. Ну, а что им? Хочу еще раз, мне не дают эту возможность сделать, они меня вперед вытягивают. Что, перетягиваем каната? Давайте в шахматном порядке вставим, чтобы больше народу влезло. Раз. Нет? Ну что ты? А моя богатырская сила. Давай, Жень, запрыгивай в последний вагон. Давай, раз, два, три, оп! Оп, синхронно! О, он уже шевелится. Да, Жень, ты не зарешал. Ага. Ну, что, я? Да давай, нормально. Какая защита, ага. Ой-ой-ой. Тихо, отходим, 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 Жень, иди. Ой-ой-ой. Это просто. Моя школа. Даже в дерево не въехал. Да, как ты. Да я просто в кусты Да. Давай вперед, протянем, да и все.
красавчик, да? Вообще не напрягаюсь. А, вон. Миш, ну чё? Чё за балет? Давай, нормально. Что за балет? Играй. Это наша тема. Хорош, Мишаня, исправился. Сделали чуть посложнее трассу, да? Да я не герой, я иду Все, все в объезд поехали. Сейчас Леха будет исполнять. Суету наводить? Да я тут тоже проеду на жителя. Дай попробовать. Тебе? Да. Я на ней не ездил ни разу. Понял, как. На Жиге, кстати, колеса стравлены до 0,7-0,6 где-то. Накачанные колеса не едут, а сейчас могут и поехать. Чуть-чуть не хватает. Третью пониженную или четвертую даже. Не вовод, не воводу, говорит. Жигули с невоводом. Мы же все родня. Похоже, состав резины какой-то странный. Не держит вообще колеса. Сделано в России. У нас Хаммер на летней резине везде ехал. Вторую. Я не поеду. Да попробуй. А сейчас Паша на ту не прилетит. Вот.
какой-то момент видел, зацеп поехал. Зацеп поймал. До асфальта докопал. Давай, поехали. Чуть-чуть катнись назад. О! Прям чуть-чуть назад, да? О, хорош. Сейчас как поедет руль в другую сторону. С Божьей помощью и нескольких рук выехал. Я думал, что Миша нормально ездит, а он, оказывается, вообще новичок. Поехали дальше. Блин, что-то я лоханулся, надо было сюда прыгать. Ну да, оттуда сюда надо было выехать. Вот сюда, на меня есть! Сюда! Давай сюда! Сюда давай! Хочу ее! Да не, Лёх! Да не! Да не, нормально, если бы он сразу пошел по внешке, сюда под небольшим углом, да, заскочил. Все, жесть. Долбежка, да, началась сейчас, лютая. Да было покруто! Ты главное пацанам на Субаре не показывай этот да подъем, они полетят. Они сами увидят. Все, понеслась. Душа, давай. А? Все ставки на тебя. Давай. Во! Хорош. Давай, Лёх. Слабо, очень слабо, Лёх. Лёх, трави колеса. Последний момент на тоненького. Вот здесь по снегу лупани, прям что полетел снег. Вот здесь в сугроб. Сейчас будет красиво. Навряд ли заеду я. Говорят, если в сугроб полетишь, то заедешь. Думаешь? Ну буду пробовать.
полетел. Блокированная. Вот песочка накидали. Уверенно работает. Заехал. Ну, мужик какой-то, да. Я тут... Проезжал тут в красной куртке. Да не, ну человек купил Жигу новую, ездит. Че, поехали? Отдал, блин. Стрёмно-то как выглядит, а. Смотри, там пень мешает. Я говорю, пень за рулем. Сейчас уже метр на два, на три выше, чем в прошлый раз было. Да, да, это дело водителя. На лайте заехали с пятой попытки, только все мокрые, хоть выжимай. Ой, да по пробитому уже каждый дурак может. Пробивали минут 15 с Женьком и с Настей на семерке. Пешком протапливали. Лёдочкой подтянуть. Жигой. Ну или с Жигой его вытянуть динамично. Смотри, это вообще, он даже тут не может заехать. А Пашка, да? Разгон хочет брать уже от этого, от поворота. От Староскола. От Староскола сейчас будет брать. Все, Капун сдался. Попробуй теперь заехать. Попробуй сейчас заехать. Там чистый лед. Давай, езжай. Все. Давай, езжай. Давай.
уже залетает. Он там по лицу был такой, вопросы какие-то. Ну и что, еще? Вопросы? МТ-ху, одень. МТ-ху, поехали на спуск, там уже спустили. Да поехали, хоть перетяжку давай делать. Какая тебе перетяжка, лица? Зароешься сразу. Поехали туда, на спуск. Вот он спуск. Ну тут вообще жесть. Я тут за столбиком спрячусь. Ой-ой-ой, ху! На сапогах! Оп! Давай кувырок, Джей! Нормально, я тоже съехал. Вся жопа в снегу. Тормоз, если зажмешь, машину может вообще раскрутить и перевернуть. Это жесть. О, Пашка лупит. Нормально. Паш, нормально. Ну что? Круто я съехал. Ну, круто, если бы ты кувырком скатился. Не, это не круто. Ой-ой-ой, как? Блин, гипер быстро. Все, и домой. Капец, там, да, 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 это вообще наложил. А подниматься будем сюда? Не, мы такая, это все, это домой, домой. Ну нормально сегодня погода, хорошая. Хорошая. Покатались. Вообще шикарно. Воздухом подышали, отдохнули. Во. Ой-ой-ой-ой. Фу. Снег ее оттормаживает конкретно. Ну как вам ваше творение-то за сегодня? Блин, мне нравится. Довольно. Она ездит, да, она все-таки лучше не уедет. Летела. АБС-ки сработали. А у Лехи было страшно, когда спускались? Да. Да вам можно и газ в пол. Тоже аккуратненько, да? Ну что, эпичную концовку пишем? Пишем. Или будем прямо красиво где-то вставать на фоне машин, отвоим их. В центре города. Да, на центральной площади. Давай на фоне скатывающего УАЗа. Я уже повторюсь. Семерочка едет нормально. Не хватает клиренса, но в принципе, я считаю, достаточно. Все нормально. Если просто по жести уже ездить, конечно, надо блоки ставить, ее поднимать, но я не хочу такой дичи. По остальным тачкам. Субарик сегодня, как обычно, нас не разочаровал, а радовал даже. Вот, кстати, он стоит. Если вы не понимаете, что такое Субарик, вот он выглядит вот так. Колин Макрей за рулем, как обычно, те самые пацаны, которые мне построили машину. Леха сегодня посредственно ехал, местами где-то даже что-то испытывал трудности, но зато всех спасал. Ну а что по остальным? Туарег мне понравился сегодня, как... Правда, вот самое интересное препятствие он объехал. А так в целом... А все... Паша? Паша – это разочарование этого года, 2022-го, это провал. Вот, мне кажется, даже когда Парфенов выпустит новые намедни про 2022 год, он обязательно про Пашу скажет и про этот день. Не пропадайте, мы будем вас также радовать новым оффроудом, новыми интересными проектами. Вообще, будем продолжать, несмотря ни на что, что бы там ни говорили, будем продолжать двигаться, заниматься нашим любимым делом, и вам это все показывает. Ну, не все, конечно, но многое. Всем пока. Это то место, где Субарь потерял байк. Паш, ты так же присаживаешься? Как? Ну, как сейчас стоишь? Присаживаюсь? Да. Когда надо, критическая ситуация? Да. Ну, примерно. Паш, мне кажется, твое имя тут написано. Да, Миша прописи тренирует. Ой. Ой.